В связи с влиянием циклона в Приморском крае ожидается ухудшение погодных условий. На большей территории края пройдут дожди местами сильные, количеством до 45 мм за 12 часов. В южных и восточных районах ожидаются локальные, очень сильные дожди с количеством до 50 мм за 12 часов. Дожди будут сопровождаться грозами. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды до 2 метров. На отдельных участках вероятно подтопление пониженных территорий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты на период предупреждения. Отдыхающим на побережье переместиться в безопасные районы, владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию. Уважаемые гости, жители Приморского края, просим обо всех происшествиях сообщать по телефонам 101-112. Берегите себя и своих близких.